приехали, потому что была перекрыта дорога. И сюда мы водителей попросили прийти, чтобы освободить ту дорогу. А ваш сотрудник только что, да, значит, говорит, что мы тут провокаторы, нас провокация обвиняет. Вы тут начинаете говорить, что мы тут какие-то кордоны делаем. Мы кордоны никакие не делаем. Почему? Мы приехали, чтобы убрать проблему. Машины свободно начали заходить в порт без документального контроля. Вы кого спрашиваете? Это результат саботажа этого. Я говорю, я не спрашиваю. Ну, я просто, вот, машина едет. Вот зачем этот весь саботаж. Что вы от нас хотите? Машина с перегрузом явным, и она заезжает на разгрузку. Что вы от нас хотите? Вот зачем создано это все. Ну, да, вы скажите, пустите машину, товарищи. Потому что любой человек нормальный видит и разъезжает. На каком основании вчера фотографировали на глаз товарки не налил? Да. Моя право фотографировать этот товар? Имеем право. Чем? Фотографировать? Покажите документы на видеокамеру. Покажите, идите фотоаппарат на проезжей части. Вы имеете на это право? Хлопці, одійдіть з дороги! Почему? Ви знімайте! Знімайте, як це все проїздить! Нормально робота! Ви наші дітей, сім'ю нашу будете? Я вас ще раз прошу, об'ясніть, як ці машини пройшли по 800 кілометрів і їх ніхто не встановив. А ви тут цирк устроїли? А ви задаєте вопросы? Ні, а вчора ваш работник, який тут стояв, знакомий водитель, указав, що вам треба порт закрити. Я ж кажу, що вам треба порт закрити. Нам не надо порт закрыть. Вчера ваш сотрудник сказал, что стоит чоловік в очереди. Я ж кажу, чоловік стоїть в очереди. Можна сказати, що угодно, що нам треба дестабілізувати ситуацію в державі. Можна і так сказати. А ви те і робите. Ви те і робите. Ви заставили сотні людей. Нам це не треба. Ви сотні людей заставили визначити. Що угодно. Їм треба дестабілізувати. А ви не розумієте, що таке? Адміністрація ведіть себе. Ладно, все затормози. Я веду. Це ви себе ведете. Це другий вопрос. Во-первых, ви хам, грубіян. И вот только что вы меня обвинили в уголовно наказуемом преступлении. Я вас ничего не обвинил. Еще раз, вы меня обвинили в уголовно наказуемом преступлении. Здесь телевидение, здесь пресса. Если бы я не был вот служащим, вот поверьте, да. Вы приехали. Вы бы за свои слова ответили бы прямо сейчас. Я отвечу. Тут такая ситуация, как стемнеет, вы, ребята своих должны, наверное, прятать, потому что их побьют здесь. Я ничего не говорю. Какой мой интерес здесь? Какой уже мой интерес? Вы голодный народ трогаете, поверьте. Какой мой интерес? Голодные люди, чем вы заинтересованы? Я тут стою с 9 числа, с утра, сегодня какое число. И вы приехали мне рассказать, я сюда приехал. Проехал, сколько постил? А вы тут мне цирк устраиваете. Що це за цирк? Ми цирк не устраємо. Ні, я вам ще раз повторюю, ваш сотрудник правильно вчора сказав. Наші сотрудники. Він правильно сказав, що нам треба прекратити роботу порта. Він правильно вчора сказав, що нам треба прекратити роботу порта. Ну як це ваш чоловік? Ні, так підождіть. Ті, що вчора стояли. Так підождіть. Если вы не хотите работу порта прекращать, чего вы не стоите на весовом комплексе и там? А вы по документам, я объясню, веса 82 года, 2 акта поверки. У весовой крыши все сухое. Как вы работаете? Все нормально? Что еще показать? Фотографируйте, где же ваша камера? Кто ты такой? Кто ты такой? Нет, вы вчера фотографировали. Кто ты такой? Ты сегодня камера на том основании. Кто такой? Да. На каком основании фотографировали? Нет, дальше. Какое право запрещать? На какие подставы ты меня остановил? Подстава? Чего? Я нарушил. Він нарушил. Что вы проверяете в данный момент? Что вы проверяете? Я, может, я пьяный, поверьте, может, я пьяный. Вы же дорожная инспекция. Вы мне не даете просто. Так подождите, слухай. Я всего лишь хочу убедиться. Что это? Давай. Пока. Хорошо, убеждай, говори. Не мешай, это проверяю. Что случилось? Я убеждаю. Не мешай, мы все проверяем. Он не знает. Что надо? Я всего лишь хочу убедиться, сколько у вас тоннаж. На подставе чего? Заставляет ли он... Ну, он не заставляет. Вот я вам скажу, что не заставляет. Парковки? На подставе чего вы хотите убедиться? Мужчина, кто вы? С какой парковки? Нет. С какой, да. Вот что вы парковщик, вы заправщик. Кто вы? Покажите мне документы, я все документы вам даю. Ну, кто все. Вы такой? Вплоть до шайбы. Вы жезлу взяли. Я представился, вам показал. Хорошо, я водитель, я водитель машины. Я вам тоже представился. Я вас водитель. Кто вы такие, что вы от меня напишите? Я вам представился. Сотрудник Укртранса. Все, нема проблем. Я перед вами взял экип. Не надо снимать. Кто? Что вы от меня находите в данный момент? Я всего лишь хочу убедиться, то, что у вас наш. Вот все люди нас стоит. Ты кто такой? Ты кто такой? Водитель. Ты не хочешь подвести меня на плодин? Ні, не хочу. І ви не хочете. В мене підстави немає, дивіться. В мене немає підстави. Ось є підстава на провірку. Да, на провірку. Можна почитати?
Дві секунди, я буквально усю, в мене накладні. Прочитайте мені, пожалуйста, вслух. Я не розумію по-українськи читати. Я молдаван. Серйозно. Читайте. Шайка побачить. Так, є такі, так, видані. Такому до такому. Голос, голос, я плохо читаю, ти. Світло викликає. Ти ж не оригінал, ти ж копія. А, ти що, оригінал думаєш? Копія верному треба печатати. Я можу там печатати. На залізничному та електричному, для електричному транспорті. Ні, ви читайте на задання. Берите, читайте. Давай, давай. Так. Замначальника такі-то, такі-то. Такі-то, такі-то. Такі для проведення комплексної рейдової перевірки в місті Одеси, Іллічівськ, морський порт Южний, Овідіопольський район, Комінтерновський район, Біляївський, Одеської області. Термінами та що, та міста паркувальних. Ага, так, є. Одеської області документальне перевірення здійснення документального контролю. Габаритно-вагових параметрів вантажних транспортних засобів додержання вимог законодавства України про автомобільні транспортні перевезки. Так, хорошо. Я дотримуюсь. Це ті не документи. Я все дотримуюсь. Ні, тихо, тихо, тихо. Що написано? Ну, габаритно-вагового контролю. Да. А де? А інструкція де по проведенню детального габаритно-вагового контролю. Хорошо, тихо. Який закон? Документальний. Люди дорогі, де туди знак, що тут провірка є? Що ваговий контроль? Ось в Одесі на посту висить знак «Стоп». Я під'їжджаю до поста ГАІ, роблю знак «Стоп», я встановлююся. Ні, все правильно. Я підставив мені, що документальний ваговий контроль на підставі чого проводиться? Все, 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 зробили підставу кабінету. Хорошо, ні по телевізору, ні в інтернеті такого указу ще не вийшло. Де? Це має бути місце для спеціального... А от інструкція по габаритно-ваговому контролю. Ви лиса свої маєте. Може там припинити. Підожди. Інструкція по проведенню... На посту ГАІ. Габаритно-вагового контролю. Що в ній сказано? Як повинен проводитись? І остановилася і питає. От є така-така провірка. З чим це зв'язано? Ви хотіли услышати, на основі чого у вас остановили? Хорошо. Що від мене требується в даний момент? Документи на груз. А от тут, покажи, дивись. Пред'явили. Посмотрели? Ну все, мы вам зараз. А где же фотоаппарат и камера, как вчера? Ну, да. Да и сегодня же была камера, да, машина стала. Да, что переживать? А? Ну, а что, вы, и на ней разрешено делать видеофотофиксацию? И вся документация на ней? Вам нельзя делать все. Этого. Вам нельзя фотографировать документы. Ну вы начинаете, вот начинается сейчас уже опять же. Нам нельзя останавливать. Конечно, вам нельзя, ребята, вы уже нарушаете. Нам нельзя, давайте, что еще нельзя? Ну проверили документы, можно, но фотографировать. Проверили? Я посмотрел. Ну, все, а можно машине заезжать? Да. Ну так и все. Все, машина 36600. А что же здесь фотографировали? Как? Ну машина 36600. Я фотографирую тогда, когда ребята, вот так каждый делает и заезжает. Да. Тогда, когда необходимо. Давайте мне напомнить, я заезжаю, я создал пробку. Все, гаишники не могут. Вот тогда заезжают, да и все. Чуха? Чуха?